добрый день, меня зовут Станислав, приветствую вас на канале Metal Master. И сегодня мы представляем новый токарный станок M712 в более доступной для потребителей ценовой категории. Проведем небольшой обзор станка. Рассмотрим основные узлы станка, начнем с передней бабки. Сверху у нас расположена кнопка аварийного выключения станка, индикатор оборотов шпинделя, на передней панели потенциометр оборотов шпинделя, кнопка направление вращения шпинделя и индикатор того, что станок включен в сеть. Также передняя бабка оснащена шпинделем с внутренним диаметром 20 мм и трехкулачковым самоцентрирующимся патроном диаметром 80 мм. Имеется вот такой вот защитный кожух. Суппорт станка оснащен четырехпозиционным рессодержателем, рассчитанным под рессы державкой сечения 8 мм, удобным кожухом, поворотными салазками. Также расположены рукоятки поперечной, продольной подачи и рукоятка включения подачи. Также хочу обратить ваше внимание, что все рукоятки выполнены не из пластика, а из стали. Задняя бабка станка оснащена пенолью с ходом 40 мм и конусом Морзе номер 2. Также присутствуют рукоятки фиксации самой пеноли и задней бабки. Направляющие станка индукционно закалены, что увеличивает их износостойкость, соответственно, ресурс самого станка. Ходовой винт станка оснащен вот таким вот кожухом, который легко демонтируется в случае необходимости и позволяет легко производить смазку. На кожухе гитары станка есть такая вот таблица, в которой указан диапазон нарезаемых метрических резьб и таблица настройки. Гитара станка оснащена стальными закаленными шестеренками и такой вот очень удобной рукояткой смены направления вращения ходового винта, что позволит вам нарезать левые резьбы. Шпиндель имеет два диапазона вращения от 20 до 1240 оборотов и от 80 до 3000. В стандартную комплектацию станка входит трехкулачковый самоцентрирующийся патрон диаметром 80 мм, защитный кожух, поддон для стружки, комплект сменных шестеренок, антивибрационные опоры, набор сменных обратных кулачков, комплект шестигранников, упорный центр МК-2, два гаечных ключа, ключ для патрона, винты для крепления станка и масленка. При своей относительно скромной цене данная машина способна удовлетворить основную массу запросов потребителей станков подобного типа размера. Более того, присутствует ряд преимуществ, которые довольно редко представлены в сегменте достойных токарных станков, одним из которых является возможность нарезания левых резьб. Пользуйтесь оригинальной продукцией компании Metal Master, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.